Всем привет, особенно мои подписчики. Сегодня решил сделать видеообзор такой, как найти по IP. Сегодня будем искать вот это IP. Сейчас давайте проверим. Сейчас вы скажете, мы это уже знаем, все видели, но это понятно все. В общем, смотрим, данное IP принадлежит Кемерово, Русской Федерации. Здесь больше вы ничего, как всегда, не узнаете. Давайте я вам покажу, как я ищу в данный момент. Есть такая программка замечательная. Называется BoxTollBoo. Здесь можно по мылу искать. Чуть по кликухе не сказал. По нику, в общем, по телефону, ну и так далее. Все сохраняется, все смотрим. Но меня заинтересовал вот этот пункт. То есть здесь, в принципе, для простого пользователя ничего нового нету. Российская Федерация, Кемерово и так далее. Но вот эти вот пункты, я сразу обратил внимание, это долгота и широта IP. Насколько мне было известно, что по долготе и широте можно найти сотовый в сети. То есть в связи с этим, секунду, отключусь. Можно было найти сотовый. Ну, как видите, эта программа показывает долготу и широту нашего IP. Что нам и надо? Давайте я вам сейчас дальше покажу, как это. Конечно, если человек использует средства защиты, никакие вам средства такие не помогут, если там VPN, Tor, SOX, MOX, то есть тут смысла нету. Но если человек сидит реально с домашнего компьютера, да, и вы спалили его IP, то есть вот этот способ вам поможет его найти практически. Вы можете попробовать на своих друзьях, знакомых, то есть давайте начнем, смотрите, все поймете. They wanna bury me, I'm worried. I'm losing my mind, look down the barrel of my nine and my vision's blurry. Falling to pieces, am I guilty? I pray to the Lord, but he ignores me. Unfortunate because I'm guilty. Show me a miracle, I'm hopeless. I'm choking on marijuana smoke with every token, like I'm losing focus. Falling asleep while I'm in service, when will I die? Forever paranoid and nervous because I'm high. Don't mention funerals and stressing and going nutty. And reminiscing about the niggas that murdered my buddy. I wonder when will I be happy? Ain't nothing funny. Flashbacks of busting caps, anything for money. Where am I going? I discover. Can't nothing save her. My next door neighbor's having combo with undercovers. Put a surprise in the mailbox. Hope she get it. Happy birthday, bitch. You know you shouldn't have did it. Everybody's dying in my next. Who can I trust? Will they be G's and then look at me before they bust? Or will they kill me while I'm sleeping? Shoot to the head while I'm in bed, licking blood on my satin sheets. Is there heaven for a baller? Getting suspicious of this pistol, I'm busy every time I call her. Nancy telling me to visit, who else is home? I check the house before I bone, so we all alone. After another, hit the highway, see you later. To all the players, watch the flyway, a nigga played her. The bitches telling all the homies that I can fuck her like no other. Now the mother bitches wanna bone me. I'm under pressure, getting drunk. Somebody help me. I drank a fifth of Hennessy, I don't think it's healthy. I see my enemies, they creepin', don't make me blast. I watch the 5-0s roll, the motherfuckers pass by me like they know me. Smiling like they laugh, I put up my middle finger, then I dash. Niggas don't like me cause I'm thuggin'. And every day I'm a hustler, looking to get paid. They wanna bury me, I'm worried. Ну, я думаю, смысл этого понятен, что это не провайдер здесь находится в жилых домах, видите, да? Ну, я вот гуглом попытался, ну, гуглом хуже отображается, видите, улица тоже западная. Ну, можно и здесь попробовать. Гугл через спутник, в принципе, тоже ищет, но... Ну вот, видите, да? То есть я думаю, вряд ли вы подумаете, что здесь провайдер сидит. Ну и плюс Яндекс, тут можно все это увеличить, посмотреть. Плюшек здесь много, сами понимаете. Ну, в общем, ставьте лайки.
Всем спасибо большое. Пока.